Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys, и сегодня соберем корабль Ламар. В набор входит клей, наждачка, 90 деталей конструктора, 14 парусов и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А фрагменты, отмеченные крестиком, нам не нужны, их можно выбросить. При таких неровностях используем наждачку. Чтобы удобнее было доставать мелкие детали из плашки, используем вспомогательный инструмент. Детали половинки склеиваем так, чтобы между ними не было зазора. Будьте внимательны, лесенки отличаются друг от друга.
другой стороны делаем то же самое. С другой стороны делаем то же самое. Обращаем внимание на нумерацию деталей и их расположение. Thank you.
аккуратно разрезаем места сцепления парусов с тканью. Остальные паруса приклеиваем по аналогии. Остальные флажки вставляем точно так же. Готово! У собранной модели вращается штурвал. При желании игрушку можно раскрасить. А чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!